Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Lead Startup. Мы помогаем компаниям и корпорациям определяться с тем, как полетят их проекты, пилотные или глобальные. Тем не менее, мы проводим стратегические сессии, помогаем с планированием, помогаем с запуском пилотных и проектных команд. Короче, помогаем выводить продукты на рынок. И делаем это классно. Переходите по ссылочке обязательно внизу, там есть подробное описание и текст статьи очень крутой на сайте. И также обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что мы стараемся пилить классный и полезный контент для вас, в том числе и по теме дорожной карты проекта, но, скорее всего, найдете очень много разного контента, клевого на всех площадках, которые у нас есть, потому что все эти темы между собой очень сильно связаны. Проекту необходимо определиться, что делать в будущем, что делать дальше и как им расти проектом. Соответственно, любая компания – это проект, любой продукт – это проект, это все какие-либо перспективы в будущем и какие-либо стратегические решения, которые необходимо принимать. Обычно проводится стратегическая сессия за день или за два. Она, по идее, должна фасилитироваться. Про фасилитацию смотрите отдельное видео у нас на канале классным фасилитатором. И в этом случае, скорее всего, она проходит эффективно. После этого в качестве инкремента, то есть какого-то результата этой стратегической сессии, мы получаем дорожную карту проекта. То есть как проект полетит в краткосрочной перспективе, в среднесрочной и в долгосрочной. В ней мы обозначаем какие-то глобальные вехи, которые соответствуют данному проекту, то есть как хотелось бы, например, вырасти стартапу. Сначала он проверяет гипотезы, затем он пилит какой-либо маленький продукт, минимальный жизнеспособный продукт. После этого он уже начинает, ну я пропускаю вот эти этапы трекшн карт, да, которые есть, допустим, тоже отдельное видео и статья у нас есть на сайте и на YouTube по трекшн карте. То есть глобальные этапы. Мы проверили все гипотезы, все запилили, пилим MVP, выходим на местный локальный рынок, на очень узкий, начинаем там сводить экономику, экономика сводится. Дальше привлекаем инвестиции, выходим на локальный рынок уже чуть больший, там сводим экономику, опять же масштабируемся, выстраиваем все бизнес-процессы. После этого начинаем масштабироваться уже на всю страну и так далее, и так далее. После этого масштабируемся на мир, а проекты мы рекомендуем запускать новые, те, которые можно на мир масштабировать с минимальными вложениями в инфраструктуру или в смену бизнес-модели, чтобы бизнес-модель могла быть адаптирована сразу под весь мир. И с минимальными вложениями можно было это сделать и запустить ее. Есть нюансы, что планирование по времени, что проект полетит так или так, оно очень условное, то есть оно может меняться и должно меняться. Обычно мы рекомендуем это делать в формате ретроспектив, они также могут называться каденциями, как угодно, когда все ребята встречаются, стейкхолдеры проекта, главные участники, тимлиды, там, команд каких-то, продукт-менеджеры, и все эти ребята, они помогают вместе найти решение и оттрекать то, на какие результаты удалось выйти к определенному моменту и на какие выйти не удалось. Соответственно, что делать дальше, что делать дальше не надо. И в зависимости от этих решений управленческих, правильных, основанных на данных, каким-то образом трекшн-карта меняется. То есть какие-то сроки сокращаются, какие-то удлиняются. Что-то получилось сделать быстрее, что-то наоборот, на что-то потребуется больше времени. Многие стартапы ограничиваются лишь роудмэпом, то есть просто дорожной картой. Это не совсем правильно, реально, потому что, ну, прям вот прям очень условная история. То есть лучше, если вы стартап, просчитать юнит-экономику, там, нарисовать Lean Canvas, про все эти истории есть у нас по ссылочкам внизу и на канале видео, провести Customer Development, там, клиентские интервью, не ограничиваться Customer Journey Map. То есть, ну, короче, про все это у нас в соответствующих видео. Что касается roadmap проекта, соответственно, если глобально, если у вас компания уже летит, отличный проектный инструмент для того, чтобы стратегически понять, что делать дальше. Меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Lead Startup. По ссылочкам внизу обязательно проходите и переходите к нам на сайт для того, чтобы там найти кучу полезного контента. Подписывайтесь на канал, чтобы быть всегда в курсе наших видео. Ну и не забывайте все-таки ставить лайки и писать какие-то комментарии.